В своей семье я один единственный, который живет вне Армении. Мой родной брат, моя сестра и их семьи, они живут там. Мои родители живут там. Я, конечно, там бываю. Мои родители и мои брат с сестрой тоже здесь бывают. Только наша взаимосвязь может поддерживать нашу родину. Мы не можем с вами приехать и что-то кардинально изменить. Вот я туда приезжаю, у меня, знаете, в этом году первый раз был мой семинар именно в Ереване. И для меня это было, конечно, очень значимым шагом, потому что я никогда в Ереване еще не читал для врачей. А вот в этом году это случилось. И это, конечно, очень приятно, это очень круто. Если как-то своими знаниями помочь развиваться. И меня, конечно же, все там писали, как попасть к вам на семинар, какие условия, никаких условий, хотите, приходите. Вообще, это мероприятие было создано для российских врачей. То есть мы отсюда везли с собой большую группу врачей и просто мероприятие решили провести там. И в одной из клиник, мы там прямая у нас трансляция была, мы оттуда инициировали, это все показывали в живом эфире. Ну, хотите, приходите. Гостиница «Мариот» вас поместит всех. У нас огромная конференц-зал, поэтому приходите. Вот всем, чем мы можем, своими знаниями поделиться, конечно, мы можем поделиться. А прийти там встать, я не знаю, что, лопату в руку брать, в чем мы еще можем? Кроме своих интеллектуальных, наверное, данных, помочь больше мы ничем не сможем. Если повысить квалификацию, уровень людей, которые там живут и работают, это да, пожалуйста, только профессионально. Я за это.